Всем привет, вы на канале Сурнов Никита. Спасибо за просмотр, спасибо большое за комментарии. Очень приятно знать, что кто-то смотрит мои видео. Вау! Блин, я так рад. Вы не представляете, я сколько, 3-4 года этого ждал, хоть ну какой-то активности. Я ее дождался. Всем большое спасибо. Поддержать можете меня на Бусти. Как бы никого не заставляю. Никого не заставляю. Но можете так посмотреть глазком. Глазком. Но контент там 18+, поэтому... Ну, будьте... Так, можно нам как бы дали уже задание? Давайте пока выключим радио. А мы и тут, да, можем зайти. Так, F5. На всякий случай. Вот, контент там 18+, поэтому... Только с 18 лет, конечно же, заходить. Старый Капитолий. Старый Капитолий. Ну, в принципе, старый Капитолий, чё. Знаешь, что мне рассказали? Что в добрососедстве действует какой-то урод в костюме. И вот прикол. Это не я. И что я должен об этом думать? Поговорить в образе плаща. Этот район болен, а я лекарство. Обалдеть. Словно серебряный плащ, собственной персоной пришел в мое лого со страниц комикса. Потрясающе. Ты пугаешь людей, разбиваешь головы. Это я уважаю. Пока что. Но скажу как урод уроду, зачем этот прикид? Многие хотели разоблачить плаща, но безуспешно. Только не останавливайся, будь собой. Убитые тобой подонки работали на одну и ту же сволочь, и эта сволочь хочет тебе отомстить. Врубаешься? Кто? Он? К счастью для тебя, я хочу уложить Синзиня в гроб. Он набрал каких-то жалких рейдеров и сделал их страшными. Сейчас он мелкая рыбешка, но со временем... Он ответит за свои преступления. Поверь, отвечать ему придется долго. У меня есть сведения про двух его людей. Кэт Улыбку и Норти. Кэт собирает банду, чтобы тебя замочить. А Норти перепуга насмерть. Нанял громилу и укрылся в районе Проспект Хилл. Просто продолжай клепать новых жмуриков, пока не найдешь их босса. Синзин считает себя выше закона, но от серебряного плаща никто не укроется. Только не дай себя убить. Разберешься с Синзинем, отблагодарю, сейчас. Смекаешь? Убить Кэт Улыбку? Убить... Ну, конечно, быть таким фрикачом стрём. Не знаю, я бы мог отыграть роль, да, любую. Сейчас вспоминаю этого Никита, короче, Кощея этого. Я, если что, не смотрел слово пацана. Я чист, ребята. Вот, я чист. Так. Не знаю, я много раз играл там всякие роли, но вот чисто вот в реальной жизни я не могу это сделать. То есть нужна какая-то выгода для этого. То есть, если меня попросят, я особо-то этим и не хочу заниматься. Так, давайте сначала... Так, мне сказали, возле убежища 81 есть какой-то продавец, у которого мега крутой пистолет. Ну, туда идти надо, блин. Модель силовой брони X-01 была разработана специалистами армии США. Которую вы потеряли. Силач голодать. Хотеть кого-нибудь съесть. Я думаю, в следующей серии мы будем строить здесь... Блин, я думал, это мой... Этот костюм побежал куда-то. Так, станция обслуживания. Надо все починить. Че? Алюминия нет! Really? Алюминий! Блин, алюминий. Где мне найти алюминий?
Так, а я могу сохранить? Блин, не могу сохранить весь хлам. Нет хлама. Так, ну пора пойти поразрушать что-нибудь. Так, бочка. R. R. Сталь, блин, все стальное. А человека можно? О, ладно, вот мы готовимся к тому, что начнем строить. Да блин. О, нифига тут. Ну, зато тут удобно. Можно сразу на этих платформах всякую хренотень делать. Дайте алюминий. Керамика. Резина. Алюминий на базу. Алюминий? Нет, керамика. Алюминий тут? Нет, не тут. Алюминий. Предохранитель. А, алюминий. А как дом снести? Этот можно как-то? Мне он не нравится весь. Не, ну тут типа уютно. Алюминий? Нет. Да ёпта. Ёпта. А как вообще говорят сейчас? Ёпарасете говорят? Кто-нибудь сейчас говорит ёпарасете? Я никогда не понимал. Знаете же, ну, в алфавите есть опарасете. А я думаю такой, ну типа все же говорят ёпарасете. Все говорят ёпарасете. Ну, опарасете, это же как ёпарасете. Очень похоже, да? Я когда-нибудь получу... Это что такое? Амет X. Бак кислород. Стул. Текстиль. Миллиард дерева. Нет, мне вот очень интересно, тут появится алюминий. Алюминий. Блин, наверное, надо сначала то, что сверху. Или вот то, что стоит сверху, оно тоже разбирается. Так, ничего тут нет. Нет алюминия просто. No. Zero. Верстак для роботов. Просто нет ноль, ноль алюминия. А это разобрать нельзя. Так, ну в телевизоре должен быть алюминий? Нет, не должен быть. Ладно. Тут тоже как-то маловато. Тачка. Но это какой-то рофл. Это какой-то мега руфлян, я понял. В чем алюминий? В банках железных, по идее, должен быть. Но не в таких железных, маленьких железных. Так. Триммер для газона? Ну вот эта штука была похожа на алюминиевый. Алюминиевая штука. Спущенный мяч. Вот лопата, ну явно не из алюминия, понял. Так, я тут был. Что ты хочешь, Престен? Сталь, кстати, хорошо. Ну ладно, сейчас мы немножко на это время убьем. Когда-нибудь. Асбест? Кофейник из асбеста? Асбест же это же какая-то там химическая тема. Я, кстати, вот про асбест знаю только из фильмов. Из фильмов, сериалов. Вот это что такое? Блин, стекло. Стекло. Стекловата. О-о-о, что это? Ящик. Дерево, пластмасс. Так, что? Алюминий? Алюминий вот тут. Не вижу. Ванна. Вот как будто... Ну, как будто можно было бы. Блин, ну где алюминий? Ни одного. Просто ноль, зеро. Ну, хоть что-то. Но я не верю, что вот ни в одном доме тут нету алюминия. Просто я не верю. Вот это что такое? Все стальное, а не настолько банка из-под кофе.
Блин, сталь. Сталь. Пластмасса. Болт, пластмасса. 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 Пластмасса, пластмасса. 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 Блин, когда долго говоришь пластмасса, уже какой-то... Как, что за пластмасса вообще? Кто такая пластмасса? Пластмасса, пластмасса. Так, ну мне нужна еще одна банка. Кабан. Банка. Бан! Не. Бан! Кай! Не-не-не-не-не. Кринж, кринж, понял, понял. Звучит кринж. Ну круто, конечно, у меня так не получится, как у... The fuck you, bitch. Корова. Так, тут мы уже разобрали, что... Она лежит. А ее можно куда-то отправить только. Брамин. Ну пусть будет брамин. Ну, просто еще одна банка, и все, я успокоюсь. Не вижу. О! Ну, это не та. Асбест. Шкаф. Но я все равно все заново буду делать, поэтому сносим. О! Поднос. Просто аж... Оп. А, нельзя садиться. Хотел на банку сесть. Красотища, красотища. Но то, что так мало алюминия... О, еще вижу. Сюда алюминий. Ой, красотища какая. Ёб твою мать, красотища какая. О, ха. Прикол. Минус дом. Мы будем потом нормальный дом делать. Ну, как-то у меня был опыт в Майнкрафте. Конечно, он не сохранился как никак визуально до наших дней. Блин, кусты уродские, я бы тоже их разобрал. Все, ладно. Seems good. Seems good. Так, бам-бам-бим. Т. А что, один алюминий нужен? О, найс. О, найс. О, е, найс. Так, R. Раз, два, три, четыре. Сюда. О, так бегает смешно. Ну, погнали. Наверное, надо было этим заняться до начала записи. 13 минут. Есть. 13 минут ничего не сделали. Силачу это не понравилось. Ну, честно говоря, силач мне как-то пифик. Так, убить Норти. Норти это лох, который... который боится. Боитесь. Как-то в начале Ведьмака был рассказ. Где ты? Я иду за тобою. Что-то там. Мечтую. Помолчи. Не молчи. Где ты? Что тут? Бля, F6 же ничего не делает. Но. Уа. Не. Еще? Не. Что там еще? Так, Норти, смотрим. Боевая броня для туловища. Ну, заберем. Короткий боевой карабин. Крышка. Ладно, это все продадим. Не молчи. Короче, ладно, все заберем. А, еще где?
Что там, еще кто-то? Вот тут, оказывается, офигеть, сколько народа. Опа! Неждан, да? Неждан. А я вас всех залутаю. What the hell? Танк-бот? О! Все забрал. Это кто? Подожди, а ты кто? А, ты рыцарь братства. А ты кто? О, Данс, живи. Ты чё, Данс? Ты чё, Данс? А, вы забрали наших чуваков? У вас слишком много вещей? Блин, Данс, иди сюда, забирай. Данс! Ого. Тут что-то люто. Кухонные весы заберу. Это заберу. Разделочная доска заберу. Данс! Ты чё? Юпойнт? Юпойнт? Так. Блин, вот бы ему хлам скидывать, конечно. Так, ну ладно, тут еще можно и одежду ему скидывать. Изящная шляпа. Так. О, живем. Так, ну, мое все. На этом мои полномочия как бы все. Так, а что тут больше никого? О, сундук. Сюда, сейф. 50 шпилек у меня. Бафаунт, осколочная граната. 5-миллиметровые, кстати, можно продавать, потому что это на миниган, а мне миниганом, честно говоря, неохота с этим, короче, стрелять с минигана. Блин, как тяжело играть на клавиши, я вам, может, покажу клаву. Она у меня без F. Блин, как показать? Не видно, да? Ну, короче, у меня просто идут цифры. Нету F. А чтобы как бы F нажать, F5, да, надо нажать FN кнопку. В общем, одни проблемы. О, кто это? Тарат-олень? Не. Ну, типа, вкусно. Так, ладно, можно похилиться. Помощь! Помощь! Жареное мясо болотника. Мы типа отсюда пешком можем дойти. Не... Тихо, тихо. Давайте обойдем это место. Чтоб нас не трогали. Ой, бля. Ладно, супермутант. О, нет, бля! Беги! Бля, беги! Беги! У меня нет оружия! Точнее, мне надо подготовиться. Данс жив после этого? Да ё-моё. Капец вас тут. Я не попал по нему, кажись. Я не попал? Да ёпта, где вы? Уроды. Что, я не попадаю? Поэтому я попал. Блин, я не понимаю. Не попадаю, как будто. Окей, найс. Нет, дрыны идут в писю.
Вот это я могу стащить. Уже они сдались. Мудрое решение. О, гончий мутант. Где-то там еще должна быть одна гончий мутант. Где-то... О. Тут можно вкусняшку сделать. Легендарный рейдер? Где ты? Чё, понравилось? Ну, я заберу, но этим пользоваться, конечно же, не буду. Сколочная граната, смолянник, пистолет, пулемет. Чё за пистолет-пулемет, кстати? Что-то у меня такого не было. А, такая хрень. Хрень лютейшая. Чё такое? Да кто еще? Почему я не могу двигаться? А, все понял. Данс. Данс. Обмен. Так, что еще тебе дать? Вот эту хренотень. Это мне нравится. Короткий боевой карабин. Паладину Дансу тяжело. Монтирон Плаза. Мы пойдем туда? Ну ты что, гонишь? Мне где-нибудь тут поблизости бы переход найти. Пробиваем. О, реально можно открыть. Ой, фу, болото. Закрыто на цепочку. Вода вся радиоактивная. Тут нема. А! Не-не-не, уходим отсюда. Да не-не-не. Пацаны, ребята, мужики. Я ухожу. Я ухожу, ухожу красиво. Вот и все, ребята. Ой, бля, обыскать труп. Найти серебряного патрона, осколочная граната, стимулятор. Перфированный мощно-гладкоствольный, боевая броня. Заберем. Ну, вообще тут столько лута. Вот это все продать бы. Сейчас, у меня нет нигде тут поблизости. Здорово, здорово. Где-нибудь поблизости тут переходика. Вот как-нибудь. Вот сюда как-нибудь. О, Банкер Хилл. О, я хочу... Сейчас, знаете, что... О, тут еще кто-то. Ты кто? А, скелет. Мне надо сейчас как-то вот это все продать. Вернуться сюда. Залутать их. Так, надо это, метку себе поставить. Чё? Эй, ты. Ты из рейдеров? Я одиночка. Одиночка, значит? Ну ладно, заходи. Только не вздумай тут палить. Рынок открыт. О, тут есть рынок. Оу, здорово. Ну, мы сейчас тут и продадим все. Кто тут продает? Караванщик. Это у тебя пип-бой? Давненько я таких штук не видела. Не сейчас. Блин, а кто продает что? Да-да, чиф. Это все караванщики. Типа караван, караван, кого хочешь, выбиран. Ты продаешь что-то? Иди сюда, блядь. Старик Стоктон. Я Стоктон, тебе же рассказывали про старика Стоктона, да?
Я заправляю тремя караванами, которые ходят по всему Содружеству. Похоже, здесь безопасно. Кто мне продаст что-нибудь? Вряд ли манекен. О, ты! Мне тяжело тащить такую ношу. Если есть что не нужно, я куплю, а если тебе что-то нужно. О, нас. Если глаза что-то зацепится, покупаю. Найс. Так. Надо сначала дэнс. 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 О, найс. Ну, как хорошо, что... Так, я могу взять все. Найс. С возвращением, хочешь что-нибудь купить? Ну, у них работа еще есть. Buy it. Так, погнали. Оружие, толстяк. Мое изи. Это хорошая штука, это хорошая. Выкидной нож, забирай. Забирай. Это нормально. Карабин, забирай. Забирай. Мину, забирай, забирай. Это хорошая штука. Забирай. Забирай. Это мое. Это забирай. Шишкиба поставляем. О, бам-бам-бам. Вот они, основные монетки. Блин, у нее так-то заканчиваются деньги. Ну, мы сейчас у нее что-нибудь купим тогда. Деп. Так, что у нее прикольно? Друг обитателя пустоши. Наносит 50% больше урона конечностям. Такое себе. Обгорелый популярный журнал. Спасибо. Так, патроны. Заряд. Ой, бля, я хз, чего не покупать. Хлам только. Ну, тут как раз алюминий. Бетон. Ну, керамика. Ничего, он без веса? О, теперь я ей должен 800. Ну ладно, пусть будет. Конечно, что-нибудь бы вкусненькое, наверное, было бы поприятней. Микроскоп. Ну ладно, принять. Главное, чтобы у меня теперь, типа, место было. 256. И чё, где этот хлам? Канистра. Вот, груз стали. Но она без веса, да. 250 стали. А вы братство стали, кстати, прикинь. Ладно. Так, теперь надо найти место, где мы там это... Так, это как-то в другом, другую сторону. Это вот куда-то туда. Куда-то вон туда. А, вон там они. Сейчас все залутаем. Правда, продавать уже не тут будем. Тут денег нет. Это я так. Так, чисто разочек. Забираем. Блин, с ноги залутал. Отсюда тоже забираем. Даем дансу. Обмен. Умный солдат готов ко всему. Так. Это как одежду. Все отдаем ему. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Ну все, классно, вкусно. Так, теперь бы придумать, куда это все продать. Diamond City. Ну, надеюсь, там богатый чел. Просто проблема, что теперь у них денег нет.
У них нет денег. У всех этих... У всех этих покупателей. Стой, блядь, Артура. О, пидруро. Ну, Гандино, конечно. Так, закусочная Друмлин. Наверное, там есть. Нужно его раскодировать. Сейчас раскодирую. Так. Да, давай сюда. Да стой ты. Got anything interesting for me today? Короче, все заберу. I highly recommend leaving some of that equipment. Так, Труди. Let's trade. It's all worth it. 350. Окей. Ну, шпильку давай купим. Шпильки полезные. Боеприпасы. Беру десяточку. Дробовик беру. Беру 45-й. Криогенный заряд, заряд плазмы. Ну все, да. Так, погнали. Могу тебе одежды все дать. Меняемся одеждой. Ну, все равно в минусе. Ничего себе. Ну, как бы сделать так, чтобы... Так, подожди. А, 10-миллиметровая даем. Так, вот это забирай. Ничего себе! Я все равно в минусе. Я был уверен, что я в плюсе. Ну ладно. Окей. Так, и последняя остановка в Санчкуаре. Но строить все города я вообще не представляю. Чё? Значит, станция Аберленд. Чё там происходит? Не успел я прийти, блин. Так, сохранить весь хлам. Все, good, 224. Конечно, что-нибудь еще бы убрать у меня. Ходите болтать скучно, человеку надо больше драться. Так хочется нажать ему в ты... в это... По башке. Вот, это геймплей, симулятор рюкзака. Есть эта игра Backpack Hero, где ты, по сути, просто, ну, типа, передвигаешь... Так, а ему надо в образе как? В образе плаща? Ну, погнали. Так, а вообще сюда ли? Так, блин. Подожди, а что у меня за задание? Разыскать Кента. Был Кент, стал Кент с кнопкой. А кто пробовал Кент с кнопкой? Вообще, кто курил? Как ваша история курения? Я надеюсь, если кто-то и начал курить, то бросил. Стой, ты куда? О, это ты. Ох. Кент же понимал, что за все эти подвиги вас обоих убьют. О, боже, боже. Что с Кентом? Где он? Они забрали его. Рейдеры. Такая ненависть в глазах. Мы не смогли ничего сделать. Когда они его забрали, они оставили тебе послание. Послушай радиостанцию Кента. Она повторяется снова и снова. Over and over again. Серебряный плащ. Так, и что там? If you want to see your friend alive, Shroud. Так, что-то там твой Милтон Дженерал Хоспитал. Жив. Don't do it, Shroud. It's a trap. Save yourself. Убить Синдиана, спасти Кента Каноли. Ну, было бы славно. Do it, Shroud. Do it. Oh, my knee. Do it. Do it. Tick-tock, Shroud. Don't keep me waiting. We got business that needs finishing. Here's a silver shroud update. Так, где-то там. In case you missed it, Kent's reign of terror is over. She won't be. What? Oh, God. What's happening?
Ладно, сейчас выключим это радио вонючее. What are you doing? Погнали. Нет. Вряд ли там какой-то Синдзиньпинь. Верстак для роботов позволяет создавать сам... Ой, я это уже раз 20, наверное, прочитал. Так, погнали. Ну, мне кажется, я просто шишки бабам залечаю. Залетаю шишки бабам и просто всех рубаю. И как бы, ну, на этом мои полномочия все. Так, помощь, жареный ретрокан. Самое то. Ну, там что-то эти челики. Но я их как-то уже убивал, поэтому мы туда не пойдем. Надо быть аккуратным. Пик-пик. Блин, 3000 было. Уже не, нет 3000. О, цветочки. Не знаю, для чего они. Так, вот тут как будто эти супермутанты. Но не надо. Универмаг Феллос. Ой, бля. Не, можно не надо, братка. Не-не-не-не-не. Ладно, еще убегу. Так, кента не обязательно, кстати, спасать, да? О. Так, патроны, стимулятор. Окей, патроны. Ну ладно, не будем. Я не знаю, нам на лифте? Или как будто там просто вниз можно ступить. Опа, сюда. Мне, кстати, мне там пишут, что типа ты дофига чего не лутаешь. Но я знаю, что я, ну, не дофига лутаю. Потому что... Чистящее средство. Потому что у меня как бы мало места. Да? Чё, где? О! Ты чё это? Пистолет. Не, крышка, патроны, 3 стимулятора, вкусно. Нет, о, what? Ого. Потайной проход в тупик. Ну ладно. Вряд ли они здесь оставят какую-то вкусняшку. Блин. Реально в лифт идти? Так это содружество. Идем в лифт. Вниз. Подъем. Какой подъем? Нам даван. Дован. На короткий карабин, симулятор, пачка сигарет, но алюминия тут мало. О, здорово. Ты ты тут трындишь? Тебя мы... На! И тебе на! А, не попадай по мне. Кто? Воу! Да. Я хочу... Блин! Хочу в этот... в киберпанк поиграть. Очень хочу в киберпанк поиграть. Чисто с мечом. О! Квантовое ядерколо. Это вкусно. Еще? Вообще мега вкусно. Так, что-нибудь схавать? Одежда, помощь.
Жареный ретракен, жареный ретолень. Мне надо вниз. Да какой подъем? Мне надо вниз. На. Пусто? Что-то они вообще не следят за... О, что с тобой? Так, вот типа вниз. Проход типа вниз. О. Так, минус один. Минус два. А-а-а. О. Так, чё тут никого? Ну, хотя бы поем. Винт замедляет время. Вареное мясо болотника. О, хорошо, хорошо. Повезло, повезло. Да. Где Данс? Почему я все на лифтах тут катаюсь? Где Данс? Патроны. О! Блин. Так, патроны. Угу. Ну, из полезного только патроны. О, патроны. Фонарь. Чем дело? Панель управления. Куда? Какой подъем? О, what? О. О. Не целься на него. Кент! Где Кент? Бля, спасти Кента не получилось. А как так-то? Ну ладно, я уж переигрывать не буду. Неприятно, неприятно. Да умирай. Умирай. Не. Не. Да ё-моё. Чё такое? Умирай. Чел. Так. Где у нас отбивные там? На. Окей. Рейдер мусорщик. Где кто еще? Че, все что ли? Так, крышка, патроны. Так, шпильку заберу. Вот это крышка. Патроны, оптический пистолет 44-го калибра. Какой здесь беспорядок? Интересно, давно ли? Я сейчас только что. Так, где этот чел? Короче, у него все заберем. Блин, а как так? Кента убили быстро. Что-то прям слишком. Так, кал. Кал? Че? Какой кал? А, это калибр 50-й. Бесшумный 50-й, гладкоствольный, с затвором. Боевая броня. Кал. Чисто... Чисто кал с энзимпиня. Стой. Конечно. Так, что-то сломали мне. Ну, 335... А, это из-за рата оленя. Так, это заберем. Коробка со взрывчаткой.
надеюсь, ну, с хорошей взрывчаткой. Да ёпа красоты. А я любил еще говорить ядрить-кадрить. Вот мне ядрить-кадрить больше нравится. Вот сейчас можно сказать ядрить-кадрить, что такое? Спасибо. Так, что, все? О, сюда. Так, вообще тут нужно какой-то искать этот прям сундук. О, о. Данс, помогай. Рад разделить нож, конечно. Я тебе ничего не заплачу, если что. Даже и не надейся. Так, тут же должен быть какой-то типа сундук. Что-то типа сундук. Ну как его так быстро убили, я не понимаю. С чего мне надо было стрелять, чтобы его не убили? Пачка сигарет. Мясо брамина пойдет, кстати. О! Ого! Вот это прикольно спрятали. А можно еще что-нибудь спрятать? О! Ракета, заряд плазмы, патроны, 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 патроны. Мина. Забираем. Очки сварщика забираем. Ну, ок. Ну, F-Kent, как уж получилось. Я не мог знать. Я-то хотел его спасти, я влетел. Думал, ну, типа, буду бить. Все равно тебе водить. Да, а, ну, нет. Нам погнали, Данс. Подъем. Будем помнить Кента. Кент с кнопкой, что уж там. А как туда быстро пройти? Вот отсюда можно быстро туда попасть? О, реально можно? Ну что, я думаю, на этом закончим. F5. Спасибо за сохранение. Спасибо за просмотр. Мне очень приятно, что вы пишете комментарии. Ну, как я уже говорил, если захотите как-нибудь поддержать контент, заходите на Boosty. Подписка стоит 50 рублей. Этого будет вполне достаточно, чтобы просто поддержать. Ну, про донаты молчу, как бы. Все, ББ.